Сейчас выбран Subtool цилиндра, и я последовательно нажимаю BTO. Выбираю кисть Topology, затем рисую простую топологию на поверхности цилиндра. Затем кликаю по любому месту на цилиндре, и появляется новая геометрия. Включаю соло, и остается только цилиндр и эта геометрия. Отделяю ее от цилиндра кнопкой Split Unmasked Points. Отключаю стрелку Start группы и опускаю вниз Start группу цилиндра. Включаю режим вычитания и отключаю соло. Новый Subtool можно переключить на добавление или пересечение. Он унаследовал от цилиндра активные динамические сабдивы. Я нажимаю Shift D, чтобы их отключить, и активирую соло. Можно добавлять экстракты и Panel Loops. Любые операции, присущие нормальной геометрии, тут уместны. Включаю ZModeler, кликаю по полигону правой кнопкой, включаю Polygroup и Single Poly. Кликаю, не отжимая левую кнопку, нажимаю Alt, меняю полигруппу, перехожу на следующий ряд, кликаю, не отжимая, нажимаю Alt, делаю новую полигруппу. Получаются три разных полигруппы. Выделяю их в меню Edge Loop и под меню Panel Loops. Отключаю Double, снижаю Polish до нуля и кликаю по Panel Loops. Активирую динамические сабдивы, создаю кризинг вокруг полигрупп кнопкой CRISP-G из меню CRIS. Отключаю полисетку, и вы видите вычитание из цилиндра этого сабтула. Так можно работать с любой геометрией, созданной ZBrush, имеющей взаимодействующие между собой полигоны. Можно использовать маскирование, создание экстрактов, использование Noisemaker и экстрактов, Frame Mesh, Insert кисти, Array Mesh, Sculpting и даже DynaMesh. Включив соло, снимаю маску и закрываю лишние менюшки. Захожу в DynaMesh. Blur и Project должны быть отключены. Увеличиваю Resolution и провожу DynaMesh. Активирую полисетку. Нажимаю Ctrl плюс W, объединяю все в одну полигруппу. И теперь можно использовать кисть Clay, Clay Buildup или Clay Tube. Их можно выбрать, последовательно нажав B и C. Можно использовать любую для скульптинга. Далее я отключаю динамические сабдивы. Получилось более 34 тысяч вершин и еще 4 уровня сабдивов сверху. Это реально тормозит работу, и после их отключения скульптинг проходит гораздо легче. Отключая соло и при включенном Live Boolean, вы видите, что скульптинг работает одновременно с вычитанием. Все происходит в реальном времени. Переключив Subtool в режим добавления, скульптинг тоже работает, как и в режиме вычитания. Обратите внимание, что геометрия при скульптинге и не только при вычитании меняется строго на месте пересечения Subtool. Удаляя Subtool со скульптингом, он больше не нужен. Отключаю Live Boolean. Выделяю Subtool цилиндра кликом с нажатым Alt и сделаю еще одно кольцо вокруг. Отключаю динамические сабдивы и добавляю ZModeler Single Edge Loop на поверхность окружности. Выделяю часть цилиндра и из меню Stroke использую Frame Mesh. Делаю видимым весь цилиндр кликом с Ctrl плюс Shift. Нажимаю B, C и выбираю Curve Tube. Создаю еще одно объемное кольцо. Заменю кольцо на Insert элементы Coil кисти IMM Curve. Увеличиваю размер элементов, увеличив размер кисти. И теперь у нас тут подобие каната вокруг цилиндра. Можно поменять Insert элемент, выбирая его из набора кисти Insert Cylinder Ext и кликаю по кривой. Этот вариант будет более интересным. Нужно удалить эту кривую, и я кликаю по кнопке Delete из подменю Curve Functions, а затем отделяю геометрию в Subtool кнопкой Split Masked Points, и уже на новом Subtool отключаю стрелку Start группы, опускаю элемент ниже в стеке, переключая его в режим вычитания, включаю Live Boolean и отключаю полисетку. Вычитание обрело более сложную форму.